Что, моя хорошая? А я не могу. Я говорю, у меня две руки, я не могу. Как это? Как это вы не можете? Просят ее посниматься. Держать и давать, и снимать. Нужно три руки. Или ну, подставку. Не знаю, нам тоже надо по шесть рук. Мы как-то справляемся. Учиться надо в зубах. Можно что-то держать. Как вы говорите, одной рукой кормим, второй снимаем? Вот, да. Тренируйтесь. Угу. Вот примерно так. Сейчас тебе еще вкусняшку привезу. Любопытная такая. У нее щелка есть, она видит туда. Да. Ой, девочка. Ну, как ты сначала меня пыталась лапами бить, а? Она всех пыталась бить. Ничего. Бить не получилось, приходится ладить как-то. Они отпрыгивать умеют быстро. Научились. Да, моя милая, у нас опыт. Не ты первая, да? А с Антонина отначку стоит. Антонина шедевр в этом отношении. У нее не отскочишь. Ну, мы тренируемся регулярно, Александр Иванович. Мы отскочим. Те мячики. Вот у Маши. Ямалайская. Это еще. Антонина сразу показывает, что она хочет. А Маша, она молодец. Все, ты наела, что ли? Дорогуша. Скажи, сладкого много. Сахарный диабет разобьется, да? Нет, нормально стала медведица. Ну, она поправилась. Какая была. Да, она. Ужас. Она... Ну, кстати, очень быстро психика восстанавливается, в отличие от остальных. Ну, все, давай. Добро. А там отца. Что, моя хорошая? Ну, что? Все, успокоилась? Чего так спокойно стало? Ну, что? Чего там? Серый, привет! Да, сказать, это не Наталья.